Стань независимым от работы и зарплаты. Учись играть в покер, а Академия Покера научит тебя зарабатывать деньги игрой стабильно и без риска. А всем подписчикам канала бонус. 3 индивидуальные занятия в подарок. Ссылка в описании к видео. Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей, он же Моряк, и это «Фокусы от моряка». В этом видео я покажу вам очень прикольный и очень легкий трюк, который я подсмотрел в книжке Марка Вильсона «Фокусы и трюки». Итак, дорогой друг, для начала тебе, как обычно... Да, давай мы сначала с тобой колоду потасуем немножечко, чтобы у нас с тобой все получилось, чтобы мы с тобой все сделали на отлично. Итак... Я буду пролистывать колоду, пожалуйста, запомни любую карту, какую душа пожелает. Поехали. Стоп. Твоя душа пожелала эту карту. Ты запомнил ее? Отлично. Мы ее уберем в серединочку. И, конечно же, мы наши картишки хорошенько подснимем. Теперь мне необходимо провести всего лишь один волшебный пас, и твоя карта волшебным образом перевернется вверх лицевой стороной. Для того, чтобы убедиться в том, что я говорю правду, давай пролистаем всю колоду и... Та-дам! Твоя карта лицом вверх, как я и предсказывал. Что ты сказал? Это не твоя карта? Хорошо, тогда все проще. Это всего лишь карта-указатель. И она укажет мне, сколько карт осталось пролистать до твоей. 5 штук, верно? 1, 2, 3, 4. И появляется твоя десятка буби. Именно эту карту пожелала твоя душа. Но это еще не самая главная часть фокуса. А самая главная часть фокуса в том, что моя карта и твоя карта — это всегда нерушимый тандем, который находит 4 красавцев тузов. Вот такой вот трюк. Итак, друзья, давайте разберемся, как выполняется данный фокус. Данный фокус очень прост, но нужна небольшая подготовка. А именно, находим в колоде любую пятерку и 4 тузов. Далее, пятерку кладем лицевой стороной вниз. На нее кладем 4 тузов, точнее, пятерку кладем лицевой стороной вверх, а тузов кладем лицевой стороной вниз. То есть у нас получается вот такая вот подготовка. Итак, теперь попросите зрителя... выбрать любую карту. Сначала я покажу вариант для тех, кто вообще не умеет никак контролировать карты. Итак, смотрите, например, то есть показываю для самых-самых чайников. То есть смотрите, допустим, вы показываете зрителю колоду, да, но только не долистайте до пятерки, чтобы он ее не спалил раньше времени. Значит, к примеру, зритель выбрал эту карту, вы даете ему в руки, пока он ее держит и запоминает, вы эти карты подравниваете. Зритель запоминает карту, это двойка пик. Вы возвращаете эту карту наверх колоды и подснимаете, и этими картами подготовленными накрываете. То есть наши тузы должны лечь аккурат поверх двойки пик, то есть карты зрителя. Как я делал в фокусе во время демонстрации? Смотрите, значит, я пролистывал, меня остановили, запомнили карту, да, валет буби. Далее я на мизинец налистал, то есть сделал самый обычный брейк. Далее я подснимаю 1, 2, 3, карта зрителя мы помним, да, я подснимаю 4, и на нее я кладу наши подготовленные карты. Все, вот и весь фокус. Теперь немножечко как-нибудь красиво обыграйте, мол, я сделаю парочку волшебных пасов, и твоя карта волшебнейшим образом перевернется лицом вверх, смотри. Зритель начинает смеяться, мол, ха-ха, не угадал, это не моя карта. Ты говоришь, ну тогда остается другой вариант. Это всего лишь указатель на то, сколько карт осталось пройти до твоей. Вот так вот выдвиньте ее вперед, отлистаете под нее 4 карты, это будут 4 туза. 1, 2, 3, 4. И пятая карта, говорите, вуаля, это твоя карта. Далее говорим, что ну это тоже еще не финал фокуса. Наши карты — это всегда волшебный тандем. И этот тандем находит 4 красавцев тузов. Вот такой вот трюк, дорогие друзья. Я думаю, он вам понравился. Мне лично понравился. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока!